Носителю имени не придется заставлять трудиться. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Этим людям характерна внимательность к жизни. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Звук «ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Владельцы этого имени становятся очень деятельным, сообразительным и даже бесстрашным. Но с другой стороны, их может скинуть в бездну, лишить рассудка, вогнать в депрессию, опустить на дно жизни. Иногда они могут полностью деградировать, могут ссылаться и трактовать моменты жизни таким образом, что окружающим может показаться, что у них проявляются явные галлюцинации. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Люди, чье имя имеет букву Х, обладают хорошими манерами и воспитанием. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельца этого имени всю жизнь может кидать из стороны в сторону. Без посторонней помощи они могут так и остаться у разбитого корыта. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Предупреждение владельцу с буквы L не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.